Азербайджанская национально-культурная автономия Лениногорского района «Бирлик Единство» организовала благотворительный обед для ветеранов, пожилых людей, многодетных мам и врачей – героев нашего времени. Акция, которую проводит руководитель диаспоры Рамис Мамедов, была посвящена Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается в последний день года – 31 декабря. Этот праздник берет свое начало в 1991 году, объединяет 50 миллионов азербайджанцев и отмечается в 70 странах мира. В связи с наступающим Новым годом приглашенные на благотворительный обед лениногорцы получили подарки. На празднике побывала и наша съемочная группа. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Тема Великой Отечественной войны особо значима для Азербайджана. Около 700 тысяч жителей этого государства участвовали в сражениях. Более половины из них не вернулись с поля боя. Представители азербайджанской диаспоры «Бирлик», общественного объединения «Татарстан» и ветераны города и района почтили память героев Великой Отечественной войны. Виктор Рахмат, большое спасибо. Сергей Рахмат, за то, что вы посетили, нам очень важно. Встреча продолжилась на благотворительном обеде. Ее организовал руководитель азербайджанской диаспоры Рамис Мамедов. За стол пригласили ветеранов, людей старшего поколения, многодетных мам и медицинских работников. Присутствовали на мероприятии представители администрации города и района, духовенства, ветеранской организации, общества «Боевое братство», азербайджанских диаспор юго-востока Татарстана, а также герой соцтруда, председатель общества «Герои Татарстана» Радик Заляев и депутат районного совета Владимир Кожевников. Обед был приурочен ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря. В зале была организована выставка, которая знакомила гостей с богатством азербайджанской культуры. Здесь были представлены символ Азербайджана – гранат, предметы декоративно-прикладного искусства, картины, традиционная посуда, народные музыкальные инструменты, книги. Мы активно пытаемся и стараемся, то есть участвовать во всех благотворительных мероприятиях нашего города и района. Спасибо нашей администрации, что дает нам возможность, чтобы показывали свою культуру, кухню. Праздничная программа в честь Дня солидарности азербайджанцев всего мира звучала на нескольких языках – азербайджанском, татарском и русском. Это отражало основную идею праздника – единство народов всего мира. В исполнении юного поколения диаспоры звучит гимн Азербайджана. Много теплых слов было сказано в адрес азербайджанской общины Лениногорского района. На протяжении десятков лет национально-культурная автономия «Бирлик» под руководством Рамиза Мамедова занимается благотворительной деятельностью. Диаспора помогает пожилым людям, детям-инвалидам, сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям. И мы ему благодарны за это, что он, как говорится, взял это в свои руки и, в общем-то, оказывает большую помощь в проведении различных мероприятий городского масштаба. Неоценимую помощь всегда оказывает Рамис нашим общественным организациям, территориальным общественным организациям, Совету ветеранов. Всегда руку помощи протягивают Дому культуры, социальной защите. И это не один раз. Диаспора «Бирлик» Лениногорского района играет активную роль в общественной, экономической и культурной жизни района. В этот день ее руководителю Рамизу Мамедову была вручена благодарность главы Лениногорского района Рягата Хусаинова. Заместитель председателя общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов организовал телемост с Азербайджаном. Поздравления с Новым годом и Днем солидарности гостям благотворительного обеда и своим землякам передали известные деятели культуры Азербайджана. Это Севинч Алиева, директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку. Роя Тагиева, профессор Азербайджанского университета культуры и искусства, председатель общества «Азербайджанские ковроделы», аккредитованного ЮНЕСКО. Видади Касанов, известный режиссер, заслуженный артист Азербайджана. Фуат Мамедов, ученый, культуролог, педагог, просветитель и общественный деятель. Мне очень приятно, что между Азербайджаном и Татарстаном такие замечательные отношения. Мы должны всегда быть солидарны, помогать друг другу, развивать свою культуру. Эмин Рамазанов передал послание от чрезвычайного посла Азербайджана в России Палада Бюльбюляглы. Оно было зачитано гостям. Уважаемый Рамис Мустафаглы, выражаю вам искреннюю признательность за приглашение принять участие в акции в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, которая проводится в рамках благотворительного мероприятия, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны.
За плодотворное сотрудничество с Лениногорской национально-культурной автономией «Берлик» председателем азербайджанских диаспор Юго-Востока Татарстана были вручены благодарственные письма. Флаг трехцветный, всем знакомый, синий, красный и зеленый. Из всех флагов мне ранее флаг республики моей. В завершение встречи ветеранам, представителям старшего поколения, многодетным мамам и медицинским работникам в честь Дня солидарности и наступающего Нового года были вручены подарки. Увесистые пакеты с набором разнообразных продуктов лично раздал гостям Рамис Мамедов. Как известно, добрые дела объединяют. Мероприятие прошло в душевной обстановке и еще больше укрепило дружественные связи народов Татарстана и Азербайджана.